22 983, именно так он звучит. Цена всего 940 рублей. Терка круглая, 4 в одном. Володя, давай по порядку, что же тут 4 в одном? Чего? Слушай, здесь? Ну тут вообще терка, знаете, на коробочке там написано, это какой-то там арт-стайл или что-то в этом духе. Имеется в виду, что, посмотрите, она не только практична, но она и очень классно выглядит. Вот все помнят терки, которыми мы пользуемся. Вот эти красивые треугольные, которые вечно никуда не поставишь. Помню, они везде. 90-е такие терки были. Да ладно, извини, Володь, да, давай, прости, просто шутку тоже 2 недели эту готовлю. Отлично, да, я все-таки стейк лучше готовлю, чем Володя шутки. Друзья, Володь, посмотри, здесь у нас вот эта крышечка красивая, ну и 4, вернее даже 5 видов насадок, посмотрите, я сейчас о ней буду рассказывать, компактно и что расположенных, и что очень важно, я сейчас покажу, очень важно, что здесь внутри есть вот такой, та-да-да-дам, резервуар, потому что теперь у нас отсюда ничего не вывалится. Знаешь, как мы обычно ставим вот эту терку вот ромбовидную куда-то в тарелку, начинаем тереть, все разлетается в разные стороны. Здесь такого не будет. Да, Володенька, я хотел бы сделать еще акцент на том, что это у нас немецкое качество. Это немецкий правда. Бренд, немецкий производитель, дорогие друзья. Поверьте мне, вот такая терка прослужит долгие-долгие годы, даже десятилетия, я бы сказал, потому что весь металл это у нас нержавеющая сталь. Правильно, Володь? Да, это конечно. У нас действительно качественный, высококачественный пластик, да, все это очень легко и просто моется, да, ухаживать за этим невероятно просто. Ну и самое главное, действительно, сколько всего полезного вы сможете приготовить вместе с этой теркой. 940 рублей, цена 22 983, номер лота. Ваша выгода 650 рублей составляет. Ну а Володя сейчас нам покажет, как же это работает. Принцип действия, Володя, объясни, да, пожалуйста. Да, я показываю, ну, я с рукой делал, я теперь показываю, как можно вот этим специальным вот такая грибком, да. Зеленая как насадочка есть. Насадочка, да. Смотрите, сейчас здесь есть немножко вот таких, как это сказать, зубчиков, да. Угу. Мы, соответственно, ставим вот так вот, фиксируем и натираем легко и просто. Мы натираем с вами то же самое яблочко. Посмотрите, при этом наши пальчики не страдают, у нас ничего не выпадает, у нас яблочко никуда не вылетает. И посмотрите. А куда же все делось-то? О, вот оно, наше пюрешечко, видите? Вот так, для мам, для молодых мамочек, если собираетесь ребеночку себе приготовить пюрешечки, это вообще идеальный вариант, потому что, ну, посмотрите, мы натерли буквально за секунду. Нежное настоящая нежная пюрешечка, да. И это вам не какое-то из магазина пюрешечка. Так, давайте сложим. А, заберите большой какой-то. Сложим вот сюда. Смотрите. Сейчас у нас будет такой салатик из овощей с сыром. Вот я люблю такие очень штучки делать. Вот мы складываем из яблочек все. Давайте ясачка сюда немножко нальем. Конечно. Дальше у нас есть еще 3 насадки, о которых буду сейчас рассказывать. Давай. Давай, пока ты сменяешь насадки, еще раз напомню, что 940 рублей всего лишь составляет цена. 22 983 номер лота. Вот такую комплектацию вы получите у себя. Конечно же, будет легко и просто разобраться, потому что в комплекте будет инструкция на русском языке. Но все и так предельно просто и понятно. Если нет, обязательно внимательно следите за нашей презентацией. Володя расскажет. Итак, следующая насадка. Какая еще у нас? Одна насадка, видите, она меленькая. Давайте покажу. Вот, на ней мы натираем сырок. Для того, чтобы у нас сырок был меленько натер. То есть у нас есть мелкая насадка покрупнее, насадка для слайсов и насадка для пюре, условно назовем это так. И вот таким держанием мы снова продолжаем натирать наш сырок. Натираем. Пальчики у нас защищены. Безопасность. Конечно, безопасность. Да. Самое главное, что все, наверное, проходили этот момент, когда у вас пальцы начинают там цепляться за, за ножи и так далее, и так далее. Итак, посмотрите, идите сюда, посмотрите, вот он наш шикарный сырок. Посмотрите, какой у нас сырок получился. Причем это буквально за несколько секунд мы с вами сделали. Вот, и этот сырок у нас также отправляется к яблочку тертому. Да, так. Это будет очень вкусно. Володенька, да. Это у нас абсолютный хит, потому что осталось всего 40. Ты представляешь, какое огромное количество терок уже отправляется к своим обладателям, потому что 940 рублей всего лишь цена вопроса. Вот такой фантастический презент вы можете приобрести для себя или, опять-таки, для ваших близких, родных людей. Приобретайте несколько. Один пусть будет у вас дома, другая вот такая терочка у кого-то из ваших родных и близких. 40 секунд остается у нас на знакомство.
знакомства с этим лотом, с этим предложением. Осталось уже 32 терки, 22 983, номер лота, диаметр 18 сантиметров составляет наше блюдо. Ну и главное, что действительно еще и выгоду получите. Посмотрите, старая цена составляла 1590 рублей, новая цена 940, менее 1000 рублей отдадите. Ты знаешь, как говорит моя мама, ну в пределах 1000, ну нормально, конечно, можно брать. Конечно, можно, нужно брать, дорогие друзья, тем более, что это у нас немецкое качество, настоящее волшебство. Посмотрите, как легко будет готовить немножко вам ваши любимые сделали салаты и любые другие слайсер блюда. Все, время вышло, дорогие друзья. А номер лота, еще и секундочка напомни, 22 983, терка круглая, 4 в 1.